Да, оно что-то прям бурлит. Че он так буксует, это интересно. Че он никак не тронется. Может, его там забыли отцепить. Напишите в комментах, че он так буксует. Че с ним не так. Типа, решил немного подрифтовать. Это сейчас, конечно, стрит-рейсеры сейчас угорнут с такой картины. Если у вас есть знакомые, которые любят стрит-рейсинг, то скидывайте. А речной стрит-рейсинг. Дрифт. Речной дрифт. Как-то так. Так, ну и здесь что-то как раз такая вибрация ощутилась и у нас.